Hey, okay, с вами Шмаки, мы продолжаем проходить игру под названием Train 2. В принципе, мы прошли с вами такой моментик, ну как несложный. Не знаю даже, как его назвать. Короче, это грибные пещеры. А вот говорящих цветов мы так и не встретили. Думаю, имелось в виду Розабель. Так, вопрос, зачем мне, во-первых, бочки здесь? Ага. Бэм. Бэм, бэм, бэм. Да, это помогает очень сильно. Это место деревяшки, считайте. Так мы еще и видим, где вода находится. С помощью этого можно еще контролировать. Мы знаем, где пещера. И как туда попасть? Но только осторожнее, чтобы не упасть. Оп. Бам. 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 Раз. Два. Три. Хы. Ой. Да ладно. Бем. Так, там нету ничего. Там нету ничего, походу. Но это не точно. Глупец. Ты глупец, если посмел это сделать. Блум, 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 блум. Но они хотя бы большие, они из-за них я хотя бы не падаю. А, ладно. Зачем ты спрыгнул? Ха. Какой я умный, да? Бац, бац. Раз. Два, три. Эта статуя точь-в-точь жена Амадея, когда ей что не по нраву. О, а ведь верно. Ну, смотрите, здесь уже какие-то домики пошли. Thank you.
А, так это еще взрывные бочки, оказывается. Прикиньте, это взрывные бочки. Кто бы мог подумать. Точно не я. Вот кто бы либо сказал, я бы даже не подумал. Но там есть куда падать. Повышение уровня. Ну, гоу, я 3 соберу, чтобы было 4. Лам плевать. И так, подожди. О, нихера ты. А что, типа, я так залезть сюда не мог? А, я понял. Тупые головоломки! Хотя на самом деле я мог бы и сам туда залезть с помощью коробок. Да чем они так откормились? Наверное, что-то тут не так в воде. Или в почве. Вот бы узнать, что именно. Возрастные флегменты. Ага. Бем. Так, а теперь давайте думать. Так. Ясно. А, все, я их выдул, да, эту херь? У нас еще будет какой-то водяной мир. Нифига себе. Чё, давайте я тогда буду уже... Просто использовать ящики свои. Ну, потому что я уже не вижу, типа, смысла использовать не мои ящики. Тут до хера этих ящиков нахера не нужны.
Ну, типа, допустим, я сюда залез, да? Такой хлоп. Хлоп, хлоп, хлоп. Потом бац. Раз, два. Все, два ящика поставил, хватит. Ау. Потом раз, два, три. Я понял. Оно вместе с этим тоже считается. Зараза, ладно. Возьмем еще эти ящики, что нам терять. У нас уже все продуманное. Тактики, механики. Вот и все. Изи. Мне вот интересно, внизу там что есть или нету? А иди, что есть. Ну, есть, но такое. Бам. 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 Сложность? Сложность в битвах? Какая сложность в битвах? Даже сами боссы отлетают довольно быстро. Просто на хатфу боссы отлетают. Только думаешь о боссах, они уже отлетели от тебя. Так, тут у нас ничего нету. Типа, я говорю, тут хорошо то, что тут очень много этой херни не нужно, воды. И мне этого достаточно. То, что я на палке собираю. Здесь тоже по той же механике, в принципе, я могу сделать. Типа, а что мне мешает так же сделать? Ладно, давайте я сюда попозже приду. А, то есть если я просто... Проход сделал. Ну и уничтожил все камнями, да?
Изи. А, ясно, понял. Дорогая Рози, прости, что не заметила, как ты ушла с вечеринки. Счастливого 16-летия, дорогая. Пойдем завтра в лес через потайную пещеру. Изабель. Чувствуется, Изабель, что она уже на тебя обиделась немного. Не знаю почему. Из-за чего? Ясно, только вниз. Неужели это конец? Герои провалились в холодный мрак пещер. Непроглядная тьма окутала их, словно пасть невообразимого чудовища. Где же тройка? Ну что, давайте тогда на этом мы с вами закончим, потому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!